Привет! Покажу вам сегодня, как сделать максимально простую гравировку по металлу. При помощи простого карандаша мы уже делали гравировку, и получилось довольно-таки неплохо. Ну а сегодня давайте попробуем новый способ. Ну что, вперед! Понадобится нам немного: чашка, соль, вода и любой старый блок питания. Чем мощнее блок питания, тем меньше наше изделие нужно будет держать в растворе. Берем обычный лак для ногтей и место, где собираемся нанести гравировку, закрашиваем. После подсыхания лака берем обычную зубочистку и вырисовываем наш рисунок. И теперь закрашиваем всю оставшуюся часть деталей, которая будет погружаться в воду. Не забываем про торцы. Тем временем, пока наш деталька сохнет, подготовим соляной раствор. Бросаем 2 столовые ложки соли. Заливаем все водой. И хорошо перемешиваем. В качестве второго контакта я буду использовать обычную ложку. Из нашего блока питания минусовой провод приматываем к ложке. А второй провод плюсовой, он у меня с белой полоской, приматываем к нашей вилке. Блок питания у меня 9,5 вольт, 250 миллиампер. Я думаю, 10 минут будет достаточно. Включаем в сеть, засекаем и ждем. Как видите, сразу происходит реакция, начинается бурление воды. Итак, прошло 10 минут, вода аж стала коричневой. Посмотрим на результат. О, сейчас я вытру лак ацетоном и покажу вам. Вот такой вот результат. Надпись довольно-таки глубокая и четко прорисованные буквы. Но есть свои минусы. Там, где я неплотно нанес лак, в металле появились отверстия. Но все же она того стоит. Вы с легкостью можете себе сделать личную именную вилку и ложку. И всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока!